Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Ленорман Чиро-Марчетти. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Расклад называется «Что он предпримет, чтобы вас завоевать?». Ну, если остались еще такие мужчины, они остались. Сегодня мы рассмотрим вот эту ситуацию. Итак, мужчина как личность. Мужчина как личность имеет несколько масок. Он не показывает вам истинного лица, он постоянно думает, примеряет эти маски, да, то есть пробует на вкус, что подойдет и как он будет вами управлять. Вы маленький ребенок такой, наивный, может быть, молодая душа, то есть вы можете быть, конечно, и роковой женщиной, но вы прикидываетесь маленьким капризным ребенком. Так, что происходит между вами? Общение активное такое, то есть вы 24 часа на связи, он поддерживает, и все время вы, ну, даете энергию туда и обратно, я бы так сказала, да, то есть все время общаетесь. Так, суть конфликта. В чем состоит суть конфликта? Что он никак не может определиться со своим решением и никак не сделать так, как выгодно вам. Что он думает о ситуации? Ситуацию он думает, что пока вы находитесь на расстоянии, что нужно как-то это решать, что эта ситуация стабильно зависла, да, и никак ее не сдвинуть с места. Так, его намерение, в намерениях, несмотря на сложности, продолжать за вас бороться, если даже будут какие-то соперники, он будет закрывать на это глаза. Он будет исправлять свои ошибки, он будет идти к своей цели. То есть он в вас видит свою вторую половину. Так, его действия. Смотрите, ну, пока действовать ничего не будет. Да, будет думать, обдумывать, трансформацию личности будет проходить. То есть он такой очень долгий человек. Что хочет от отношений? От отношений хочет найти решение, он хочет навести мосты, да, то есть он хочет все-таки наладить эти отношения. Как он видит вас? Он видит вас, что вы с мужским характером, упертая, настырная, такая, не сходите своей точки зрения, что вы ему показываете, что вы в отношениях как бы мужчина, да, то есть он это все понимает. На что он готов ради ваших отношений? Он готов тратить все это время на ваши отношения. То есть вы ему очень важны, очень ресурсные. Так, на что он не готов в ваших отношениях? На хитрость, обман не готов. То есть он настроен серьезно. На что он пойдет ради ваших отношений? На дом, семью, брак, на построение общего дома, да, то есть ему нужны вы целиком. Как вам вести себя, чтобы добиться желаемого результата? Вы должны свой компас направить на такого, знаете, маленького щеночка. То есть вы должны прикинуться маленьким ребенком, таким беззащитным, чтобы у него проснулось это вот джентльменское начало, да, и он начал как-то вас защищать. Так, в чем он прав? В своих каких-то сомнениях и переживаниях, да? То есть он в этом прав. Так, в чем правы вы? Вы правы в том, что вы пытаетесь раскрыть в нем глубокий духовный мир, что вы пытаетесь научить его какой-то духовности, душевности, что отношения строятся не только на деньгах, но и на чем-то таком глобальном, да, и в том, что нужно какую-то золотую середину держать. К какому консенсусу вы придете оба? Ну, вы будете играть, да, то есть это вот игра, к чему она тут приведет, смотрите. Так, она приведет к росту, к развитию, к закреплению. То есть вы методом тыка будете друг друга изучать и при этом будете отношения укреплять. Потому что мужчина настроен на серьезные отношения. Что бы вы ему ни говорили, что бы вы ни чудили и не вытворяли, он все равно будет рядом с вами. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.